Всем привет, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна, проект Faberlic Online. И в этом видео мы поговорим с вами об очень интересных новостях и, конечно же, о новинках и не новинках, в общем, моего заказа по 6-му каталогу и о том, что я закажу, в принципе, в 7-м каталоге. Ну, во-первых, знайте, да, то есть вот я вам сейчас показываю действующий период. Это у нас с вами 1000 рублей в подарок плюс бонус стиральный порошок. Вот, заказываем на, значит, шаг второй, сделаем заказ на 2000, и получается, мы с вами получаем 1000 рублей сразу, то есть на 2000 заказали, 1000 списывается. Вот, и самое классное — это то, что с 6-й каталог — это последний каталог с кэшбэк, далее у нас с вами пойдет в 7-м каталоге уже скидка 20-26%, такая же, как она была ранее, да, то есть кэшбэк за 6-й каталог не сгорает, никуда не девается, то есть вы его также можете списать, как списывали его обычным, привычным для вас способом. Когда вы будете делать заказ в 7-м каталоге, то у вас уже мгновенная скидка срабатывает от того, что как вы делали в предыдущем предыдущие заказы, да, то есть если у вас кэшбэк был 26%, то и скидка будет тоже 26%, да, если у вас был кэшбэк 20%, то и скидка тоже будет 20%, да, в 7-м каталоге. Ну и смотрите дальше, как получить 26%, начиная с 7-го периода, если у вас скидка 26% сейчас, да, ранее надо было сделать, чтобы получить мгновенный кэшбэк 26%, заказ на 6000 рублей. 6000 рублей — это всегда немножко больше бывало, чем 50 баллов, да, то есть, и вот это классно. Сейчас, когда вернулась наша дорогая скидка, мы с вами можем делать 50 баллов, это до 5000 рублей заказ, да, в среднем. Может быть, даже на 4000 заказ, смотря что вы берете, что вы покупаете. Есть промо-балл, есть полный балл, да, то, сделав заказ на 50 баллов и оплатив его до конца периода, в следующем каталоге, получается, в каталоге номер 8, у вас уже будет скидка на все, кроме одежды, 26%, на все при все. Да, то есть, немножечко планка снизилась и вернулась в привычную норму. Ну что ж, а сейчас я вам расскажу именно про свой заказ Faberlic. Каталожик я вам уже показывала. Если вы не нашли данное видео, можете попросить меня в комментариях, и я вам выгружу данный ролик, поделюсь ссылкой на данный ролик, вернее. А сейчас у нас с вами пойдут вот именно что новинки каталога. Те, которые у меня лежали дома, и я не могла их вам никак показать, так как я целый месяц путешествовала. Была я, конечно же, в Москве на стратегической сессии на неделе моды. Потом мы ездили в Египет со своим наставником, с его женой и сыном. Впятером отдохнули очень классно, да, 3 недели в Египте. Поговорили, конечно же, по бизнесу, по нашей стратегии проекта Faberlic Online. Вот, разработали новую акцию путешествия 2020. Это для тех, кто по итогам 13-го периода 2000, получается, 19-го года сделает 3000 баллов и получит премию и не упадет до 13-го каталога, все будут награждены поездкой на курорт 2020. Ну, я не знаю, будет такая страна типа Египта, может быть, что-то такое, но это не точно, да, ну, я вам просто к примеру сейчас говорю. Далее, значит, вот эти мы новости с ним обсудили, потом я поехала на Украину, дня рождения проекта Faberlic Online, и там мы уже встречались с лидерами, с коллегами именно команды. И я вам могу сказать, что вся моя работа всегда была со мной, и это круто. И я могу путешествовать, не зная, как вам даже сказать, да, не зная ни границ, ничего. И, знаете, наткнулась недавно на такую вещь, и она стала для меня такой мотивационной, и я с ней полностью согласна. Обычная такая картиночка, где написано: раньше я любила лето. Потом я поняла, что лето может быть в любое время года, лишь бы были деньги, да, и теперь я люблю деньги. Да, вот такая вот простая, да, как даже сказать, да, присказка, может быть, да, какое-то простое вот
словосочетание, и я с ним согласна, и действительно работайте, зарабатывайте. Кто еще не зарабатывает в компании Faberlic, если вы не зарегистрированы в компании Faberlic, конечно же, присоединяйтесь, буду рада вас обучать, буду рада вас вести. Свой статус, конечно, я думаю, можно тоже сказать, чтобы вы знали, кто с вами разговаривает. Я партнер в открытом статусе, меня зовут Кононова Анна. Вот. Я сооснователь проекта Faberlic Online, и, конечно же, у нас очень хорошая система роста. Система роста какова? Да? То есть вы приходите, регистрируетесь на проект, и вам дается 11 заданий новичка. Да? Сначала письмо «Привет» с 9 пунктами, там вы все выполняете, вступаете в наши группы, в наши чаты, регистрируете на командном сайте проекта Faberlic Online, чтобы я вам могла открыть 11 заданий. Потом вы проходите 11 заданий, вырастаете до 9%. С 9% у вас будет обучение YouTube и постам, и бренду. С 12%, да, когда вы вырастете, вы уже попадаете в топ-лидерский чат, будете учиться работать со своей командой уже как лидер. И там уже директорский чат, драгоценный чат и элитный чат от компании Faberlic. Да. То есть все просто легко. На всех этапах мы вас сопровождаем, всему обучаем. И, конечно, ждем от вас отдачи в виде роста. Вот. Ну что ж, давайте с вами поговорим про новиночки. Я прям вот так вот буду все это дело выставлять, чтобы вы видели, в какой они идут упаковочке. Значит, это у нас идет стакан стеклянный, набор из двух штук, артикул 116.91. Так, интересно, есть ли они в этом периоде, эти стаканы. Вот, если честно, я как-то вот прозевала. Даже не знаю. Я знаю, что в 7-м каталоге они точно есть. А вот в этом не знаю, есть, не есть. Так, наверное, в этом еще пока что нету. А может и есть. Сейчас поищем с вами. Ну, я думаю, цену вы сможете сами по артикулу посмотреть. Лучше, конечно, не терять ваше время, потому что ассортимент все больше, 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 больше. И, ну, в принципе, это радует, конечно, да, дорогие наши. Так, вот тут вот должно быть. А, вот они, да, идут. Они, то есть, представлены в трех цветах. Очень все удобно и классно, да. То есть, есть креманки стеклянные, бокалы стеклянные и стаканы стеклянные. Вот, давайте же с вами их будем смотреть. Сейчас я вот так вот прижму. Значит, у меня сейчас в руке стаканчики стеклянные. Очень хочется посмотреть, какие они, да. Ага, попались зелененькие. У зелененьких получается артикул 116.91. А эта посуда из цветного стекла удивительным образом украшает стол. Она способна создать волшебную атмосферу праздника и прекрасная бла-бла-бла. Ну, в общем, будь то классика, прованс, катри или даже минимализм, вписывается в сервис любого стола. Да? То есть вот такой вот стаканчик. Так, сейчас немножечко свет поправлю, да, то есть вот такой вот обычный классный стаканчик, я так понимаю, миллилитров 200, ну да, симпатичный такой, да, зелененький, нежный такой зеленый, да, болотно-нежный зеленый, я бы так сказала, и их тут вот таких вот две штучки, очень хорошие. Приходят они в такой коробочке, поэтому если вы задумываетесь, что подарить своим друзьям и знакомым, я думаю, это будет отличнейший подарочек для своих друзей и знакомых. Да, то есть, ну вот. Далее заказала я вот такой вот чай «Фитополис», травяной сбор «Иммунити». Тут в составе идет чабрец, березовые почки, зверобой, ромашка. Вот, ну, как вы понимаете, и противовоспалительный он, и все такое прочее. Конечно, мне понравилось. Мне понравился этот чай, пью его. Значит, артикул 156.30. Частенько бывает, что где-то простыло, подзамерзло, такой чай можно выпить. Он приятный, травянистый. Да, кто любит траву, ну прям добро пожаловать в наши круги. Я с детства привыкла к траве. Так, далее, значит, Каори Бамбу, новинка Faberlic. Бамбук, я так понимаю, новинка от Faberlic. При вас раскрываю, не знаю, что за аромат. С артикулом 3055. Да, такая же упаковочка, как у розовой Каори. Ну и будем с вами смотреть сейчас аромат. Да, такая вот упаковочка. Такая вот так с зеленой травкой запахло. Доли горчинки до меня прям долетели. Очень такие смачные. Ну да, так
приятная свежая вода, свежая, без каких-либо долек сластинки. Очень такая приятная, да, я думаю, что можно, в принципе, и состав даже у нее посмотреть. Итак, артикул 3055, если почитать описание, мне кажется, что очень даже будет приятно. Очень приятная водичка на лето, да. Каори Бамбо стоит, вот я смотрю, 629 рублей, минус кэшбэк 163 рубля. Ну, кэшбэк у нас с вами скоро совсем-совсем исчезнет, поэтому про кэшбэк я не буду говорить. Тут в описании стоит, что она сильная и независимая. Да, я соглашусь, изящная, грациозная, да. Вот получился цветочный привкус, да, получается этот цветочно-мускусный аромат с зелеными нотами бамбука. Да, очень такая приятная. Так, основные ноты бамбук, белый чай, озоновые ноты. Да, очень приятная. Значит, верхние ноты получаются озон, мандарин, шалфей, черная смородина. Вот черную смородину не чувствую, мандаринчик, да, есть немножко. Значит, ноты сердца, белый чай, бамбук, жасмин и рис. И шлейф, кедровое дерево, мускус, амбра, бобы тонко. Водичка приятная. Не могу сказать, что берет за душу, но не могу сказать, что она какая-то простая, легкая какая-то, да, то есть не могу это сказать. Действительно, аромат такой достойный, очень даже приятный. Так, далее, у меня, значит, тут три коробочки, я все достаю по порядочку. Значит, у меня закончились влажные салфеточки, получается, я их взяла, вот, 4 упаковочки. Это влажные салфетки с рекстактом календулы, пантенолом. Ну, можно проводить личную гигиену малыша, там, дома, в торговых центрах, да, то есть, ну, или с собой просто в сумку кинуть, где-то ручки протереть, да, то есть, вещь такая нужная. Артикул 1704. Аромат легкий, приятный, ненавязчивый. Мне очень нравятся данные салфеточки. Беру их не в первый раз. Это у нас не новиночка. Далее, то ли в подарок мне упало, то ли что. Так, Каори Бамбо и Фаберлик Атлантик, артикул 341-79, Фаберлик Атлантик. Ну, я так понимаю, это что-то тоже такое морское, приятное, легкое, потому что впереди все-таки весна. Ну да, такая свежесть, вперемешку немножко с горчинкой, подойдет и для молодых мальчиков, да, очень часто бывает, вдыхаешь аромат, озончик очень хорошо чувствуется, бывает, что, да, согласны, вдыхаешь аромат и получается так, ну, это только для мужчин, да, там, для взрослых, к примеру, а тут прям, ну, вообще классно. Далее, вот такой вот наборчик мне пришел. Это Glacier Extreme. Такая прям зеленая-зеленая смесь, очень приятная. Вот, зеленая сладость. Может быть, я так ее назову, да, потому что нотки зелени очень чувствуются. Но есть легкий привкус какой-то вот сладости. И все это вперемешку очень даже так освежает и приятно. Гель для душа. Давайте посмотрим, да, то есть... Очень густой, как вы видите, еле-еле пузырек бежит, да, полупросвечивающий, да, смотрите, практически не течет. Тоже вот такой же приятный аромат, очень приятный. Я думаю, что что-то новенькое для наших мужчин нам не помешает. Действительно классно. Далее, это мне вложили в подарок Фаберлик 2019. Магнитик, скорее всего, у них там лишка магнитиков, и они решили их дарить. Артикул 115-80. Такая свинка у нас уже есть на холодильнике. Так, дальше, значит, сделала заказ. SPF 50 не пробовала лето, а пробовала SPF 15. Для меня слабоват, я белая блондинка, как вы знаете, очень светлые волосы, очень светлая кожа, раздражительная, чуть что сразу горю, как бы мне его приходилось наносить каждый час, каждые полтора часа, вот, но он справлялся, но загар все равно на меня улегся. Значит, тут написано, что средство защищает не только от солнца, но и от спектра различных лучей,
вещей, да, которые приводят к преждевременному старению, например, от компьютера и так далее, да, то есть, ну, тоже вот очень приятно, что лето серию обновили. Аромат у нее тоже очень приятный, я ездила вот с этой штучкой как раз в Египет, вам ее показывала, рассказывала, вот, а это вторая упаковочка, потому что скоро мы летим в Джугбу, потом уже через 3 месяца мы летим в Тунис с проектом Faberlic Online, поэтому я считаю, что да, рассказала вам, да, вот про эти линейку, нормальная линейка, очень достойная и лучше, чем была, я так понимаю, SPF 15, 21, 17, SPF 50 еще не пробовала, 21, 21, SPF 15, ну, в принципе, вся серия лета, предыдущая даже есть серия, да, они не оставляют пятен на одежде, легко отстирываются с одежды, даже если что-то там где-то, ну, у меня такого, конечно, не было, но если же вы накапали на одежду, то, конечно, отстирывается легко, просто не оставляет ни пятен, ничего. Это очень приятно, когда вы ходите в любимом платье, в любимой туничке и понимаете, что, ну, вам не грозит после каждого применения на выброс, да, вещь. Далее. Маска для глубокого восстановления. Скорее всего, была скидка, поэтому я взяла 3 штуки. Это Everstrong. Почему я беру ее чаще других? Потому что она не только питает волосы по всей длине, но она еще и укрепляет корни волос. А мне, так как я люблю ездить везде, очень часто нужна такая помощь. Потому что любой, даже самый положительный стресс, это стресс. Да? А тут, как вы видите, получается у маски такая аннотация, что она укрепляет корни, питает волосы по всей длине. Есть и эластичность, и блеск. И восстанавливает волосы. И масло амлы содержит рекордное количество витамина С, который продлевает жизнь зрелым волосам и стимулирует рост новых. Подходит для применения, ежедневного применения. Вот обратите на это внимание. Стимулирует рост новых. И девчонки в продуктовом чате действительно поддержали, подсказали мне, что если им пользоваться, к примеру, только им месяц, да, как положено делать маску на влажные, не сырые, на влажные волосы, допустим, 3 раза в неделю, то действительно начинается волосики новые зарождаться. Это очень приятно, да, то есть он как-то, может быть, будет спящие фолликулы волос или еще что-то, не знаю, да, то есть вот, значит, артикул 89-77, 200 миллилитров, она пахнет тоже, кстати, такой зеленый травкой, такой травянистый у меня обзор получился. То есть, смотрите, она получается не густая, не жидкая, на волосиках хорошо. Такой упаковочки мне лично на 3 раза. Дочке моей, у нее волосы по попу опять отросли, надо подстригать 3 раза, да, то есть, ой, 2 раза дочке моей. Вот, в принципе, масочки быстро улетают. Это нам на каталог вот 3 штучки хватит. Почему 3? Ну, сами понимаете, у нас 2 девочки. Третья подрастает, но пока третья у нас, получается, идет пока что, ну, на бальзамчике на детском сидит. Значит, далее с вами смотрим. Новая паста, восстановление, укрепление эмали. Профилактическая идет. Конечно, поставлю ее, еще не пользовалась. При вас это новая новиночка совсем. Могу только показать цвет и вкус. Вкус очень приятный. Она не сильно острая, ну, такая не сильно жгучая, да, знаете, бывают пасты вообще невозможно, да, то есть это золотая середина, но она не нежненькая, да, вот если вы любите нежненькую, то я думаю, что вам это не подойдет. Артикул 1599, 75 миллилитров. Она идет с компонентами для восстановления эмали и кислородным комплексом. Восстанавливает структуру эмали, реминерализирует ее, укрепляет эмаль, усиливая естественную защиту зубов, усиливает сопротивляемость эмали к воздействию кислот, препятствует образованию зубного налета камня, восстанавливает естественную белизну зубов, препятствует появлению и развитию кариеса, способствует укреплению десен и поддерживает их здоровое состояние. Ну, в общем, вот такая вот паста. Беленькая, обычно Эксперт Фарма. В принципе, это одна из моих любимейших
линеек, потому что она идет ближе к космецевтике. Очень много кремов, которые действительно мне помогали. Так, далее также идет лето SPF 30 защита, да, то есть, как вы видите, есть легкая защита, средняя получается и интенсивная защита, да, то есть все три защитки, но мы едем всемиром, поэтому этого нам мало, я буду еще дозаказывать. Вот, дочка у меня тоже белокожая, рыжеволосая, очень нежная девочка, поэтому, ну, в смысле, нежная кожа у нее, поэтому все три я с собой буду брать, считайте, через 3 месяца, и еще получится буду дозаказывать, потому что 7 человек. Далее вот такие вот стаканы стеклянные с артикулом 116,92, объем 275 мл, диаметр также как и у предыдущих 8,2 см, высота 9,3 см. Значит, получается, давайте с вами откроем коробочку. Оп, какая тугая. А, я ее неправильно открываю. Так, значит, это у нас уже такие вот. Такие вот классные стаканчики. Знаете, такой свежий синий цвет, очень приятный. Не знаю, как они будут отмываться, если их заляпать, конечно. Вот, но очень такие хорошенькие стаканчики, да. Вот, их тут, как вы видите, так, наоборот, надо ставить 2 штучки. Ну, и хочется сказать, что на подарок будет самое-самое то, дорогие мои. А далее с вами поехали. Так, что у нас там еще есть? Так, ага, еще стаканы. Значит, артикул 116,93, также 275 мл получается. Стаканчики у нас уже идут вот такие вот. Да, такие с фиолетового немножечко, да, такие коричнево-фиолетовые. Да, цвет очень хорошо передается, поэтому можете быть уверены, что вам придут точно-точно такие же стаканчики. Угу. Вот, ну, симпатично, да, вот как раз на стол поставить, то один разобьется, то другой, а тут уж точно, можно обновить с нашими стаканчиками. Далее, бокальчики стеклянные. Угу. Так, поехали с вами смотреть. Ага, это вот такие вот бокальчики. Ух ты, какие хорошенькие. Ну да, ну вы знаете, я люблю более такой минимализм, стеклянные такие бочечки, мне очень нравятся стаканчики, рюмочки, но я думаю, и к этим можно привыкнуть, очень такие, да, симпатичные. Так, артикул 116,90, у них получается, так, объем, давайте смотреть, 225 мл, диаметр 8 см, высота 14 см, да, вот такие вот они. Так, здорово. Коробочки тоже, да, как вы видите, все красивые, все достойные. Очень приятно будет такие подарить. Так, далее, значит, стаканчики идут. Они все идут одинаково МЛМ, поэтому, так, с артикулом 116,89 идут голубенькие. Тоже очень, смотрите, какой хорошенький, да, стаканчик. Приятненький, да. И с артикулом 116,88, это, я так понимаю, пойдут у нас нежно-зеленые, да, такие насыщенные нежно-зеленые, даже не могу понять как, да, то есть свеженький такой цвет, очень красивый. Но мне нравится такое все, я люблю вообще новую посуду дома. Честно сказать, мне очень приятно, когда компания Faberlic что-то новенькое выпускает. Есть повод обновить кухонную утварь, кухонный гардероб, сделать немножко свой дом, обновить, да, так грубо говоря, обновить. Далее что-то большое я достаю. Так, это часы настенные машинки, получается, и часы настенные кошки у нас пойдут. Артикул 117,08. Материал, корпус пластик, стрелки алюминий, размер 23×7, 23×7, 4,9. Угу. Значит, вот они такие у нас. Давайте будем смотреть. Ого, какие большие. Так, конечно же, защитные пленочки они идут, да, то есть можно их подвесить на это дело, да, тут вставляется батарейка, не могу понять, так и вставляется без крышки, я так понимаю, да, значит, тут их можно подводить, да, то есть регулировать, что нужно, да, ну, такие вот обычные часики в комнату для
сыночка, или на подарочек, очень красиво, вот на подарок такие подарить. Упадут, то есть они не стеклянные, можно не бояться. Очень достойные часики, мне понравились, симпатичные, да, с машинками идут, вот, красивенькие, да, супер. Так, куда-то бы мне их положить пока. Давайте вот тут поставлю, дабы не уронить. Ну, это понятно, что это не мне, у меня сыночков нету в доме, но это на подарочек у меня получается. Далее давайте смотреть женские, девочки, то есть, извиняюсь, да, часы настенной кошки, артикул 117.09, размер такой же, состав идентичный предыдущему. Так, где же они открываются? Вот тут. Давайте будем смотреть. Также идут защитные упаковочки. Идут защитные упаковочки. Угу, очень красиво. Ой, как мило. И Фаберлик логотип. Да, также кошечки. Да, вот такие вот кошечки. Да, здорово. Также все регулируется. Тут они работают от батарейки. Да, то есть заводить их не нужно будет. Да, симпатично. Ну что ж, мои дорогие, это была моя первая коробочка. У меня еще будет две коробочки заказов. Ну, как вы видите, опять ничего лишнего. Я очень любопытная. Парфюмерная водичка у меня, кстати, раскрылась. Пахнет такими зелеными, вкусными, сладкими цветами. Свежими. Очень приятно. Да, очень, очень мне понравилась данная водичка. И мужской пробничек тоже. Хорошо так. Прям парочка какая-то получается. Да, очень здорово. Ну все, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.